Всегда знал, что алкоголь до добра не доводит, и даже на собственном опыте в этом убедился неоднократно, признается 48-летний мужчина. Однако в очередной раз решил поддаться своей слабости. К тому же и повод выдался подходящий. В гости заглянул новый знакомый. Я уже был, как говорится, выпивший. Ну вот они еще с литром пришли. Ну, сначала все мирно, дружно. Потом сильно стали пьяными. Ну, я-то пьяный спокойный, если меня не раздражать. А он начал по-всякому оскорблять. Ты такой-сякой. Я его стал домой прогонять. Он уходить не хочет. Успокоить буйного гостя мужчина решил радикальным способом. Говорит, сам не помнит, как схватился за нож и ударил приятеля в грудь и в живот. Когда осознал, что случилось, вызвал скорую. Уже из больницы информация о произошедшем попала в полицию. При патрулировании улиц города Пензы мы получили сообщение, что на улице Новогражданской произошел конфликт. По сообщению дежурного, мужчине был причинен вред здоровью. Прибыв на место происшествия, мы задержали подозреваемого, который в ходе распития алкогольных напитков нанес товарищу удар в область живота предметом, похожим на нож. Свою вину задержанный признал полностью. Оказалось, ранее он уже имел проблемы с законом. По данному факту, отделом по расследованию преступления на территории, обслуживаемой отделом полиции номер 1, Следственного управления МВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом З, части 2, статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусмотрят наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.